Всем привет. Поговорим о мусатах. Точнее, даже не о мусатах, а о мусате. Почему? Потому как из трех видов мусатов, которые можно встретить, да, три вида. Это керамический, металлический и алмазный. Как воздействует алмаз на режущую кромку, я говорил, поэтому даже не хочу показывать в кадре такую вещь. Металлический мусат также не хочу показывать, потому как ничего хорошего с режущей кромкой он сделать в принципе не может. Ну вот просто не может, и все по своей структуре, по тому, как оно работает. То вот керамика, вот такого плана мусат, я считаю, имеет смысл на нем заостриться, остановиться. Почему? Потому что вещь очень компактная. Вещь достаточно быстро правит режущую кромку. И самое главное, она не испортит режущую кромку при грамотном обращении. Почему? Потому как, во-первых, достаточно мелкое зерно, это раз. И второе, это то, что, ну, по большому счету, такая вещь, в принципе, она может заменить тот же Spyderco Triangle, который стоит на сегодняшний день где-то в районе там 1300-1200 гривен. Вот. А такая штука почти в 10 раз дешевле и может запросто заменить всю вот эту конструкцию. Единственное, что отличает, да, это то, что нам при правке нашего ножа, да, приходится все-таки выдерживать угол самостоятельно, в отличие от того, что нам может предложить Spyderco. Вместе с тем, если режущая кромка уже есть, а мусат такой, он предназначен исключительно для правки режущей кромки, ни о какой заточке речь мы не ведем, мы ведем лишь о правке, то есть мы порезали, у нас заблестела кромочка, нам ее надо поправить. Вот этой штуки в походных условиях, в домашних условиях, выше головы. Для того, чтобы быстро, раз, без никаких там, клонаж работает на сухую, без каких-либо проблем, поправили и работаем дальше. Единственное, что не надо вот этих вот бьющих движений, не надо, то есть все, что нужно сделать, да, так же, как и с точильным камнем, поставить лезвие, попасть в кромку и несколько раз провести с той и с другой стороны. Вот. Причем потренироваться можно, если у кого-то нет практики. Вот у меня, например, тоже особо практики нет. То потренироваться можно спокойными, не резкими движениями. Да? Потратить на работе с мусатом, пускай 2-3 минуты. Вот. Ну, поправить нашу кромочку до рабочей остроты и, возможно, ножом дальше работать. В принципе, для кухни очень удобная вещь. Всем рекомендую вот такого плана. Мусаты керамические, это не так плохо, это совсем не плохо, это, наверное, даже хорошо. За исключением, опять же, одного нюанса. Не роняйте керамика, керамические камни, керамические мусаты, керамические ножи. Они все очень сильно подвержены за счет своей хрупкости, за счет своей конструкции. Очень сильно подвержены раскалыванию, откалыванию, рассыпанию и так далее. При прочих равных обстоятельствах об вот этой вот штуке только позитивные отзывы и так далее. Поэтому всем рекомендую. Ну, вроде как, что-то рассказал. Если есть вопросы, пишите. Понравилось, считайте полезным, подписывайтесь на канал. Где купить, тоже задавайте вопросы, расскажу. Это все очень недорого и достаточно качественная вещь за свои деньги. Пока-пока.